Ребята, всем привет! Вы на канале Папа Фан Машинки, да, на самом прикольном канале про машинки. И это у нас очередной выпуск по игре Hot Wheels Race Off. Ну что, погнали! Давайте начнем. Так, 23-я трасса у нас. Давайте посмотрим. Так, Тачандра. Какую бы выбрать, а? Как вы думаете? Давайте вот эту золотистую, да? Bulletproof. Окей, поехали. Сейчас мы заценим эту трассу. Посмотрим. Что за подставы нас там ждут? Так, ребята, подожди. Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что такое? Черт. Уже фейл, ребята. Вот это да. Так... Подожди, чувачок. А как он это делает? Подождите, давайте. Ого, я сверху сейчас оседлаю. Ух ты. Ой-ой-ой, нет. Фу, ребята, во мне повезло-то, а. Так. Застрял. Нет, не застрял. Нормально, едем. Так, платформа, надеюсь, спустится. А, она уже там. Здорово. Так, а мой соперник? Он упал и разбился. Вот что дело-то. Ну кто ж так делает-то, а? Кто ж так делает? Ух ты! Вот здесь надо было разгончик брать. Ой-ой-ой, финтик, мы живы, целы. Нет, топлива все равно нет у нас поблизости, так что все. Так, ну чё, ну в принципе, понятно. Давайте, погнали еще разочек. Опа! Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, на этот раз я разбился. Вот дурачело просто. Да как так-то, а? Зачем я так делаю? Ну-ка. Чш, спокойно. Ребята! Ух ты, вот это да. Эй, платформа, где ты? Так, он первый, нифига себе, он с багом каким-то. Видели? Это что было-то сейчас? Он как-то неправильно проехал, как-то неправильно. Так, тихо, разгончик. Все нормально, едем. Big Air, прикольно. Так, заправочка есть. Ух ты, вот здесь надо было что-то делать. Здесь надо было тормозить, взять разгончика. Но не слишком нужно разгоняться, так как мы сейчас профукаем, а то вот эту вот тюкалку, прессовню нашу, которая ускоряет, дает под хвост, и мы улетаем просто далеко. Так, ладно. Есть. А где мой соперник? Либо он разбился, либо уже... Нет, уже далеко. Так, тихо. Я тебя сейчас догоню и накажу. Так, ребята, о, хорошо, что заправочка здесь. Я думал, уже все внизу будет заправочка. И не проедем мы на этот раз опять. Опа, так что есть шанс доехать до финиша хотя бы. Я же не говорю, что заработаю первое место, но до финиша-то мы, в принципе, есть шанс доехать, да? Так, тихо. Ну-ка. Есть! Ой, блин! Ой, а как он разбился-то? Как он умудрился разбиться? Прям к концу. Так, за минуту 13 кто-то проехал. Вот это да. Так, одна звезда. Это плохо. Но 24-й трасс у нас все равно открывается. А давайте сразу приступим, да? А поехали, ребята, сейчас посмотрим, что там. Возможно, придется взять новую тачку, прокачать ее. Какая-то там мускул, мускулистая Тачандра, короче, у нас там дальше. Следующий, ой, блин, да что это, я отвлекся. Да, Bulletproof у нас взорвался. Muscle Speeder, мускулистый гонщик, короче, какой-то у нас. Прокачать бы ее, конечно, по-быстрому. Вот лично, и у нас открывается следующая машиночка. Ууу, какая она прикольная. D-Muscle. Какая-то маркировка идет. D, индекс D. Не знаю, что он значит, но... Так, ребята, и последнюю Тачандру, смотрите, какой вообще Роджер Доджер. Нифига себе, вот этот движок у него. Там водитель-то не видит, наверное, ничего там за этим двигателем, а? Смотрите, какой огромный ремень просто. Офигеть, вот это выхлоп. Это, короче, двигатель. Дроссельный двигатель с дроссельными заслонками. Это просто чума, конечно. Сосет воздух, как паровоз просто какой-то, как пылесос просто огромный. Так, и расход у него, конечно,
Очень громадный. Ладно, поехали. Поехали. Это у нас... какая там... какая гоночка? Какая трасса-то? 34-й, что ли? Ребята, ой, какая она быстрая. Как она едет, ребята. Она просто разгоняется, как бомба. И длинная такая. Нифига себе. Вот такая крутая точка. Прикольно, прикольно. И колеса, я не знаю, 21, что ли? 21 радиус. Опа, нормально. Вот эта вот петля мне вообще нравится. Прикольная. Так, 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 так. Где заправочка? Есть. Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я что натворил? Ладно, спускаемся своим методом, способом. Главное не разбиться. Нормально прокатило. Ух ты! Вот здесь обязательно финтик, а то мы разобьемся. Тупо не долетим. О, повезло. Повезло, повезло. Опыт, мой опыт жизненный на этих гоночках помог нам, короче, преодолеть это препятствие без последствий. Так, ребята, едем пока. Надеюсь, мостик не оборвется. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Все, топливо на исходе, а где его взять? Надеюсь, внизу есть. Нету? Как так? А как, по-вашему, мы должны были проехать? О, две звезды. Нифига себе, нифига себе. Ничего себе, вот это да. Так, демаскл пока не будем трогать. Демаскл. Пробуем, пробуем. Все-таки за минуту тут можно проехать, ребята. Ладно, поехали, че. Так, финт. Коронный мой номер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Трюк, коронный трюк. Тихо, 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 тихо. Ух ты, черт. Нам так заправочки не хватит. Блин, не, ну... как так-то? Я торможу, ребята. Здесь нужно пролетать. Просто, я не знаю, пролетать нужно быстро, быстро. Я что-то затормозил. Опа, 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 опа. Так, заправочка где у нас? Сейчас мы найдем заправочку. Где она есть-то? Она где-то наверху здесь. Опа, есть, взял. Ух, да что такое? Почему я взорвался? Задел, похоже, да? Задел, ладно. Ладно, сейчас все сделаем. Опа. Нет. Финт мы не будем делать. Блин, вот здесь почему? Почему постоянно я тут втык просто какой-то происходит, ребята, а? Что за беспредел? Что за беда? Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, чувачок, ну чё ты? Пуля, пуля. Давай, оранжевая или какой-то цвет какой необычный. То ли коричневый, то ли желтый. Смесь, короче, ребята. Опа! Во, нормально. Нормально, нормально. Сейчас заправочку возьмем. Ой, если доберемся до нее. Да чё ж так плохо-то, а? О, нормально, нормально, нормально. А где мой соперник? Почему я его не вижу? Так, залетели. Отлично! Отлично, ребята. Я залетел, представляете? Это круто. Так, главное до финиша доехать. Блин, ну... первым, конечно, не приеду. Так, подожди, 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 подожди. Опа! Что произошло? Вон там финиш вижу. Ух ты! Ух ты, финиш вижу, и чувачок уже там на финише. Вот он красавчик. Вообще молодчага. Ну, в принципе... минута 0,7, минута 0,8 почти. На 8, на 9 секунд... на 8, на 9... на 9 секунд, короче, я позже приехал. От лидера. Ребят, ну шансы есть еще. 25-я трасса, в принципе, у нас открыта. Давайте испытаем 25-ю трассу. 25-я трасса. Что же нас там ждет? Так. Оставляем масл спидер. Мускулистого гонщика оставляем. Гоу, 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 гоу. Ну что, тормозим-то? Он на золотистый едет. Ух ты! Ух ты! Опа! Блин! Блин! Он на петлю не заезжал, он не заезжал. Вот хитрожопенький. Соперник-то мой на опыте, ребят. О, вот это да, вот это толчок. Вон заправочка, еще одна была. Это на случай, если бы мы пропустили первую заправку. Все, все задумано, все, все нормально рассчитано. Так, ребята, здесь наверняка обрыв. Ой-ой-ой, я не буду туда лезть. О, ребята, золотистый не долетел. Ха-ха. Вот чудило. Тихо-тихо-тихо, зато я доехал. Я красавчик. Кто красавчик? Папа Фан красавчик. Да, вообще прикольная игрушка. Hot Wheels. Блин, создайте побольше таких. Нифига себе. Ты чё делаешь? Ты чуть не раздавил мой тачандру.
Был прикольно, конечно. О, нет топлива. О, я тогда вниз. Бум. Все, смотрите, мелкие машиночки. Разлетелась наша машинка. Так, окей, окей. Упустите, ну вас нафиг. Так, поехали. Поехали еще раз, зодчик. И... Ой-ой-ой-ой-ой! Задел. Блин, я так и думал, что здесь вот опасно так ездить. Так, ребят, мы все-таки должны доехать до финиша, да? Мы должны наехать до финиша и ныряем вниз. Ой, опять задел. Да что ты будешь делать? Да что ты будешь делать, ребят? Это что за беспредел какой-то просто? Так, платформа, давай опускайся. Я сейчас... Ой-ой-ой-ой, тут перевешивать должна. Перевесить должна. И... Ладно, петлю сделаем. О, какая ты шустрая, нифига себе, даже петлю умудрился сделать. Вот это да. Да, у нас покрышечки очень даже клевые. Они цепляются за все просто, цепляются. Так, так, заправочку взяли. Вот здесь что произойдет, я не помню. Я не помню, ребят, но я улетел. Просто кошмарно куда-то улетел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так делать нельзя. Так нельзя делать. Ч-ч-ч-ч. Ух ты! Давай-давай-давай, мускулистый гонщик. Ага, давай-давай. Есть, первая петля, вторая петля. Ребята, очень опасно, очень опасно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет-нет-нет-нет-нет, я опять упаду сейчас, а то... О, боже, прямо в яму. Вот это да. Блин. Что ж такое-то? А, что ж такое-то, ребята? Это что за... Ух ты! Вот это разобрали меня на части. На мелкие машиночки просто разобрали. Так, ладно, тихо, осторожненько. Едем, 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 едем. Да что ты будешь делать? Да как так-то? Я ж нормально здесь проезжал. М? Это что за ерунда? Так, давай, давай, давай. Оп! Есть! Петлюшечка первая, вторая петля, это не опасные петли, вторая, третья, нормально. Так, тихо. Вот здесь, да, слишком высоко подлетел. Я падаю прямо в яму. Нет, нифига себе, я куда доехал? Нифига себе, я чё, яму перелетел, что ли? Как так? Вот это нежданчик, ребята. Вот это неожиданно было. Совсем неожиданно. Так, быстрей, 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 быстрей. Опускайся, платформочка. Давай, давай, пока топливо не закончилось. Мы должны... О, ух ты, труба здесь. Бам, все. Рекорд, нифига, за 46 секунд. Вот это я бомба просто. Вот это чума просто. Круто, ребята, чё, да? Вам понравилось? Я знаю, что вам понравилось. Вы любите Hot Wheels. Смотрите, 3 звезды, 25 уровень, 25 раз. 3 звезды, это круто. 23, 1 звезда. Это не круто. Так, ну чё, давайте пока все тормознем на этом. Следующий выпуск. Будем продолжать дальше. Да, звери у нас. Нас впереди еще ждут звери. Набор. Новые тачандры там какие-то. Так что давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, пишите, что вы думаете по этой игре, кто докуда прошел, может кто-то уже прошел всю игру. Ну все, до новых встреч, пока, пока, пока всем.